Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект Xenon от компании RS, серия Ultra. На цоколь H7, температура свечения 4300 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас вот так вот все упаковано. Здесь находится инструкция со схемами установки и эксплуатацией ксенона. Также есть стяжки для монтажа. В отдельной упаковке находятся ксеноновые лампы. Мощность 35 Вт ламп. Защищены они пластиковыми колпаками. Подключаются сугубо на 12 Вольт двумя проводами подключения. К блоку розжига ведут три разъема. Два разъема, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт AMP. Вот во второй коробке у нас блоки розжига. Блоки розжига Slim стандарта, самые маленькие, которые есть на данный момент. Вот такие вот небольшие металлические герметично заклеенные блоки мощностью 35 Вт, как и лампы. К лампам ведут ответные три разъема. Давайте сейчас подключим одну из ламп. Все подключается очень просто. Разъем в разъем. Разъемы все индивидуальные. Вот таким вот образом у нас лампа готова к подключению питания 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Подключим и посмотрим, как будет отсвечивать данная лампа. Подключаем питание. Лампа загорается. В течение нескольких секунд она набирает свою мощность и яркость. Но комплекты ксенона все очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно корректировать фары, дабы правильно выставить светотеневую границу, тем самым не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ксенона распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.